друзья, рада вас приветствовать. У нас замечательная новость. Мы получили огромное количество цветущих комнатных растений, декоративно-лиственных. И хотим пригласить вас, как обычно, по традиции, на нашу виртуальную прогулку по торговому залу, посмотреть, какие новиночки к нам пришли, что же у нас есть в продаже, какие акции на данный момент действуют. Большое количество декоративно цветущих растений вам покажем, очень большое количество различных орхидей, сортовых и обычных, которые все любят, и много лиственных растений, которые также все любят, и по порядку сейчас расскажем, что же у нас есть. Начнем наш обзор с азалий. У меня в руках вот такая шикарная азалия Симси Отто. Огромный горшок, она у нас в диаметре 19 сантиметров, красивый яркий цвет, вся на бутонах, стоимость ее 998 рублей. Вот такие красотки. А также хочу отметить очень интересную азалию Айка Микс. Это очень неприхотливый сорт. Сорт отличается более жестким листом и красивым ярким окрасом. Стоимость у нее 599 рублей. Вообще у нас очень большой выбор азалий в этой поставке был. Стоимость начинается от 199 рублей. Разные размеры, разные диаметры. Можно использовать такие миниатюрные растения в качестве комплимента к основному подарку или просто как миниатюрный подарок. И разные цвета, разные окраски. Азалия Симси Микс у нас сейчас на акции. 499 рублей. Горшок 14 сантиметров диаметром. Цвета также разные. В наличии у нас представлен большой ассортимент цикламенов. Это сезонные зимние цветущие растения. Очень красивые окраски, пышные листва, такая густая большая розетка из листьев. И стоимость их всего 350 рублей. Окрас разный. Есть бахромчатые сорта, есть обычные гладколепестные. Также большой ассортимент у нас хризантемы. Хризантемы представлены в разных цветах. Есть желтая трехголовая, есть белая. Они по 399 рублей. И такая необычная хризантема 459 рублей. Это лайм, сорт лайм. У нее окраска такая вот смешанная, как биколор. Хороший подарок для близких. Сопутствующий товар, также можете приобрести любое удобрение, средство, грунт, горшок для подарка уже сразу, либо чтобы впоследствии пересадить уже свое растение. Также у нас большая поставка роз, свежие красивые розы, большой ассортимент окрасок. Стоимость начинается от 250 рублей. Прекрасные варианты. Очень необычный окрас, вот такой вот розово-сосевый, 399 рублей, это у нас Infinity Mix. Здесь они также разные пастельные окраски. И Amarosa Infinity Mix, 340 рублей, вот такая вот красивая темно-бордовая роза. Прекрасный вариант для подарка в качестве букета или альтернативы букета. Также есть мини-розочки, как комплимент к основному подарку. Стоимость начинается от 159 рублей. Окраски разные. Высота у них 14-15 сантиметров в среднем. И переходим к орхидеям. Акционные орхидеи Phalaenopsis Mix 1 Stem по очень приятной цене, 599 рублей. Здесь разные сорта, может каждый для себя что-то подобрать. У них один цветонос, большое количество бутонов, хорошая листовая масса и яркие окраски. Можно присмотреться и в коллекцию какую-то для себя. Мультифлоры. Фаленопсисы, которые имеют большое количество цветков. Они немного мельче стандартных фаленопсисов по размеру цветка, но образуют большое количество их на цветоносе. И стоимость мультифлоры 479 рублей. Также есть мультифлора. Горшочек имеет 9 диаметр, это 9 сантиметров. Здесь идет 2 цветоноса, более большое количество бутонов, более уж такое большое количество цветов. Также окраска абсолютно разнообразная и стоимость 439 рублей.
всеми любимые интересные сорта. Это бигль-грибы. Они у нас пришли в поставки сортосерии Монтаморы. Шикарнейшие бигль-грибы. Окраски тоже разные, от белых до темно-малиновых. Есть также смешанные биколорные. Ну, вот это вот также необычная окраска считается. Здесь два цветоноса, много бутонов и хорошая листовая масса. Вот такая вот подарочная упаковка. А стоимость 119 рублей. Также для любителей необычных фаленопсисов можно для себя даже коллекцию какую-то собрать. Так, из альтернативных таких орхидей, которые размножаются при помощи бульб, у нас представлены Зигопиталумы Люссендорф по приятной цене 499 рублей. Это вот такая необычная орхидея с ланцетными листьями, как кожистая плотная розетка. И они сами по себе невысокие, 40 сантиметров, но у них очень крупный цветок. Также для любителей каких-то необычных орхидей. Сейчас у нас в наличии Пафиопедилиум Фема. Он отличается окраской листа. Вот такая вот у него шахматная окраска листа. Она кожистая, необычная. Очень красивое растение. 1179 рублей. И небольшой цветок, но имеющий такую окраску зеленоватого оттенка. Очень ценятся коллекционерами. Сорт Фантом. Также у нас представлен наличие, это топовый фаленопсис, очень все его любят, коллекционер, долго цветет, он такой кожистый, плотный. 1119 рублей также. Два цветоноса имеет, много бутонов. И... Так, здесь мы собрали разные любимые ваши виды орхидей, в том числе подарочные варианты, фаленопсис мини. Здесь они в керамике у нас, очень такая красивая керамическая кашпо. Стоимость 349 рублей, 20 фаленопсиса. Здесь обычные фаленопсисы мини. 319 рублей, цвета разные, окраски разные. Темные, светлые, белые. Один цветонос. Так, и хочу показать вам такого красавчика. Это у нас пришли они в лицах от Gold. Здесь такой оранжевый, какой-то нежно-розовый биглип. Это очень такой редкий сорт. Он остался всего один. Очень быстро их разбирают. И у него очень приятная стоимость 899 рублей. Здесь они в миксах, разные цвета, желтого оттенка. Очень крупный цветок и два цветоноса. Соответствующий товар для орхидеи у нас всегда представлен в наличии. Можете для коллекции своей, что-то сразу для пересадки и для выращивания. А, прекраснейшие варианты орхидеи сингала. Это необычные выведенные гибридные сорт орхидеи, которая цветет одним крупным цветком. Вот, например, здесь такая красиво окрашенная пятнистая орхидея с крупным цветком. И они все в керамических кашпо подарочных. Можно в них выращивать, можно использовать для каких-то других целей. 1399 рублей. А дальше, также для коллекционеров, для любителей орхидей, у нас сейчас в наличии представлен сорт Пират Пикати. Это неистовый цветун, очень долго цветущий, долгоиграющий сорт. Он выдает большое количество цветов и бутонов. Сейчас он на бутончиках тоже большое количество. Здесь два цветоноса. Стоимость его 998 рублей. И приятное будет дополнение к коллекции. И шикарнейший редкий сорт биглипа. Это сорт Венецианский карнавал. Все его коллекционеры также очень ценят, очень любят за свою красоту, за такую необычную окраску листьев и необычный нижний лепесток, который образует практически круглый цветок. Смотрите, какой он красивый. Он как будто радужный, переливается. И стоимость его 1199 рублей, 2 цветоноса, прекрасная корневая система, прекрасная листовая масса. Так, на этом орхидея у нас еще не заканчивается. Последнее, что мы покажем, это
шикарный королевский фаленопсис, который отличается своей крупногабаритностью. У них очень крупный цветок, до 15 сантиметров достигает, большое количество бутонов. Это сорт у нас Царин розовый. Стоимость его 1399 рублей. Высотой он до 90 сантиметров, они вырастают до метра. У них очень крупная листовая масса и горшок 15 сантиметров диаметра. Для любителей ванн, также необычных цветей, представлены в наличии в таком вот подписном виде. 2210 рублей. Здесь необычная окраска ванды. Здесь два цветоноса у нее, один на бутонах. Очень мощная такая розетка. Вот так, в таком виде они и выращиваются в естественной среде. С такой корзиночкой подвешиваем, так выращиваются. Пойдемте дальше. Сейчас у нас в наличии представлено большое количество сортовых антуриумов. Антуриумов — это у нас также классические подарочные растения. И в руках у меня сорт Центр, он на акции, 1147 рублей. Это вот такой крупноцветковый антуриум, классическая форма покрывала насыщенного шоколадного цвета. Сейчас очень популярны такие темные цвета и пользуются большим спросом у цветоводов-любителей. Также хочу показать вот такие огромные антуриумы. Это у нас Ариса Ред в очень большом крупном горшке. У них такой немножко не классическая форма покрывала. Яркий-яркий алый цвет. Сейчас они на бутончиках здесь. Большое количество цветков образуется. Они немного мельче стандартного. 10-15 сантиметров обычные. И много цветков. Прям облако такое образуется. И по стоимости он 1572 рубля. Шикарный классический сорт. Это очень крупноцветковый антуриум. Классическое. Сердцевидное покрывало у него. Насыщенный праздничный красный цвет. Их сейчас также у нас в наличии большое количество. И стоимость 1445 рублей. Высота у них 65-70 сантиметров. Много очень цветов. Такой прям красивый букет представляет. Еще из необычных антуриумов у нас сейчас представлены сорт Black Parish, 756 рублей. Это также темно окрашенный антуриум, у него красивый такой винно-шоколадный оттенок. Листья, кстати, тоже бывают окрашены в такой же цвет, потому что пигмент переходит и на лист. Так что не пугайтесь, если такое видите. Это очень интересный, необычный эффект. Сейчас хотим показать вам бегонии, какие у нас есть наличие, и другие цветущие растения яркие, сезонные, какие представлены. Начнем с бегонии. Бегонии у нас листовые, цветущие, они представлены в продаже. Хочу показать вот такую красотку макулату, 698 рублей. Кустовая бегония с пятнистостью листа. Очень красивый вариант. Она такая высокая, у нее длинный ланцетный лист. Неприхотливая, очень быстро растет в домашних условиях. Здесь можно посмотреть разные сортовые листовые бегонии, именно яркий лист имеет, ярко окрашенный. Например, Маунти Сансет 499 рублей сорт. И очень популярная, всеми любимая Рекс Массаниана, такая вот красотка, 765 рублей. У нее лист такой структурный, очень мягкий сам по себе и необычную фактуру имеет. Ну, естественно, ценится за окраску листа, вот такой необычный рисунок. Они еще и цветут добавок, но, естественно, красота у них оценивается именно по листу. Цветок невзрачный и не крупный. Так, камелии. Также у нас представлены в наличии камелии, они сейчас на бутонах. Для любителей это тоже необычных растений, это оранжерейное растение. Для зимних садов хорошо подходит. И можете посмотреть, как оно цветет на картинке. Здесь цвет розовый и форма как-то густомахровая, розовая. Стоимость 1147 рублей. Сезонное растение, это у нас примула. Примула Touch Me.
или примула Апконик, еще по-другому называют, классический вариант. 323 рубля на такой плотный кустик, образуется яркий бутон. Цветет она практически постоянно, даже может зимнее время зацвести. Очень красивое и ароматное растение. И довольно-таки ценится также цветоводами. Пойдемте дальше. Сюда у нас представлены в наличии разные виды и сорта каланхоя. Каланхоя — это классический подарок, как комплимент к основному подарку, либо как какой-то небольшой букетик, мини-букетик в качестве варианта подарочного. И сейчас у нас на новиночка на акции сорт розы Алдрей. Очень красивая каланхоя, густоцветковая. 170 рублей за такой вот горшочек. Цвет насыщенный, темный. Тоже такой интересный вариант. Цветущая группа у нас на этом закончилась. А мы еще один интересный вариант цветущего растения мы покажем далее. Переходим к пиперомии. Пиперомия — это у нас растение суккулентного типа, декоративно-лиственное растение. Сорт у меня в руках — Пикола Банда. Очень необычная пиперомия с венозным окрасом листа. У нее такие вот жильчатые, бордовые окрашенные листья. 467 рублей. Горшок 11 сантиметров диаметром, высота где-то у него 20-25 сантиметров. Очень необычная пиперомия магнолия лисная. Красивый у нее глянцевый лист, округлый. Неприхотливый, абсолютно хорошо растет в домашних условиях. Стоимость 168 рублей. Более мелкие варианты. Небольшие пиперомии, такие компактные кустики. Наполи, например, пиперомии. Здесь их большое количество. 194 рубля. Горшочек 5 сантиметров диаметром. И варигатная пиперомия. 297 рублей. Очень красивая такая, необычная краска у нее. Вот такой кустик. Высотой где-то 20 сантиметров. А с пиперомией у нас находится насекомоядное растение. Сейчас у нас в наличии есть непенцы и сарацени. Непенцы — это кувшинчики. Сарацени — это также такие кувшинкоподобные цветы. С таким вот хищным окрасом листьев. Стоимость растений вы можете уточнить директ, если вас заинтересовало какое-то растение. Вот такой на Непентес 425 рублей. Продолжаем нашу экскурсию. Сейчас в наличии у нас появились такие шикарные каламандины. Ну, в простонародье мандарин. На самом деле это цитрофортунелла каламандин. Это классическое зимнее растение, которое плодоносит у нас уже ближе к Новому году, на праздничные дни. Сейчас на плодах все прекрасно. Сформированные кусты, много плодов. 4998 рублей. Очень полезное растение, в домашних условиях выращивать, так как он выделяет полезные фитонциды в воздух и оздоравливает тем самым помещение. Не менее полезное растение — это лавр. Лавр пирамидальный в этой поставке. Он в таком шикарном виде у нас пришел. Много растений в одном горшке. Прекрасно подходит для выращивания на кухне, например, на окошечке. И также его можно использовать в пищу. Это лавр кулинарный, который обладает также полезными свойствами, как и мандарин. Не менее эффектный подарочный вариант — лавр, который сформирован в виде штамба. Вот он переплетенный ствол, он еще и в подарочной упаковке в виде такой мешковины, мешочки. 1799 рублей. Думаю, очень эффектный подарок будет для любителей чего-то необычного или для тех, кто занимается кулинарными хобби, не кулинарными. Переходим дальше. Из необычных растений, которые у нас были в поставке, хочу показать вам фикус микрокарпа гинс. Это такой вот необычный фикус, у него темные листва и утолщенный ствол. Это такой видоизмененный ствол. Он прекрасно подходит для формирования бонсай, для выращивания в виде бонсай в плошках и в каких-то необычных кашпо. 698 рублей стоимость такого растения. Неприхотливый, прекрасный сорт, хорошо подходит для формирования и для создания какого-то необычного эффекта.
Всегда на речи у нас есть различные виды фикуса эластики. Здесь представлены разные цвета, цветовые гаммы фикусов с темным листом, со светло-зеленым и вариегатные сорта. Стоимость начинается от 299 рублей. Вариегатные сорта Белиза, Тинеки, тоже очень популярны в настоящее время. Робусты со светло-зеленым классическим листом. Очень неприхотливый фикус, в домашних условиях прекрасно выращивается. Сейчас также популярность имеет у цветокоров. Для фикусов и для других растений вы можете приобрести любой товар для пересадки. Сейчас уже сразу можно пересадить, подкормить и наслаждаться дальнейшим видом растений. Из необычных фикусов хочу показать такой вот антенный сорт. Это Кумелевая Цани, очень нежный фикус, который подходит для, например, для выращивания на горшке, как обрамление горшка с основным растением. Прекрасно разрастается, единственное, его сильно не засушивать и вовремя опрыскивать растение, тогда он будет радовать таким пышным, обильной листвой. 255 рублей всего за такой пышный горшочек. Очень красивый вариант, тем более он вариегатный. Сейчас у нас в наличии есть небольшие варианты фикуса лирата. Это одно из самых популярных топовых растений, которые любят все цветоводы. Оно заполонило практически все дома, у каждого практически есть. Но если у вас нет, вы можете присмотреться и приобрести себе такое модное растение. Тем более стоимость у него 689 рублей. Всегда у нас в наличии есть различные виды кодиумов. Это очень яркое растение, его также любят все цветоводы. Оно привносит яркие краски в интерьер, также необычными цветами различными играет и скрашивает серые будни, особенно в зимнее время. И у нас сейчас кодиум Петра на акции 399 рублей. Вот такой ярко окрашенный кодиум. Здесь можно абсолютно любые цвета найти на одном растении. Молодые листья светло-зеленые, а более взрослые уже имеют другую окраску, уже оранжевый. Абсолютно разные окраски. Очень интересный кодиум. Присмотреться можно и подобрать для себя в качестве озеленения для дома. Пойдемте дальше. Продолжаем наш обзор. Всегда в наличии у нас есть драцены. Драценный маргинат у нас 259 рублей сейчас на акции. Большой выбор. Драцены еще по-другому называют драконовое дерево, если вы не знаете. Разные виды, разные окраски листьев. Также темные. С темным листом есть магенты. Они 279 рублей. Биколорные. Если по стоимости вас заинтересует какой-то сорт драценный, если заинтересует растение, можете спросить, написать в директ, мы обязательно ответим вам. Широколистные драцены также есть, и волк, сорт волк. Тоже очень интересные варианты для озеленения или в качестве подарка, радовать можно. Здесь у нас также продолжаются драцены, здесь сорт синта с полосой посередине. Для новичков, для тех, кто не особо любит заниматься растениями, помните, или только начинает им заниматься, прекрасный вариант Родермахера. Вот такое вот ярко насыщенное зеленое растение, его еще называют по-другому изумрудная травка. На акции у нас сейчас 340 рублей, очень большой пышный куст, диаметр горшка 14 сантиметров и высота где-то 30 сантиметров. Растет очень быстро, неприхотливое растение, в комнатных условиях прекрасно себя чувствует и радует обильным облиствлением. Не очень большое количество образуется побега. Переходим к колотеям. И вот цветущее растение, которое я хотела показать, это у нас колотея караката или колотея шафрана, я что-то по-другому называют, которая помимо декоративных листьев имеет еще вот такие яркие, насыщенно окрашенные цветки. Она отличается от всех остальных видов колотеи как раз своей такой особенностью цвести. В домашних условиях она
также себя хорошо чувствует, то для того, чтобы зацвести, нужен обязательно период покоя. Если вы будете заботиться о ней, то обязательно она вас порадует таким цветением. Очень контрастно смотрятся ярко-оранжевые цветки на темно-фиолетовых листьях. Стоимость ее 799 рублей для коллекционеров, для любителей чего-то необычного. Очень прекрасный вариант экземпляр. Более их осталось совсем уже немного. В наличии у нас представлены необычные растения, редкие коллекционные, которые также любят цветоводы. Хочу показать вам такую шикарную алоказию. Это Дракон Скай сорт, 799 рублей. У нее очень необычный лист, кожистый, плотный. Сейчас это также трендовое растение. Ну, вообще любые алоказии сорта. Например, еще один сорт Сильвер Дракон. Здесь они у нас в маленьком варианте представлены. 399 рублей. Серебристый лист, такой вот окрашенный, кожистый. Небольшой вариант, но она вырастет в дальнейшем. Будет образовывать пустяки. Растения трендовые у нас это гланемы, колотеи. Они у нас представлены также в наличии. Маратовые различные, диффенбахи. Можно также для себя подобрать что-то необычное, создать небольшую коллекцию или разнообразить уже свою существующую. Для любителей хвой, также хотим порадовать. У нас в этой поставке было несколько разновидностей. Начнем с хвои Crimson Queen. Такой шикарный куст, варигатный лист, 599 рублей. Она сейчас выдает такие побеги. Ампельная хвоя, которая активно растет и прекрасно себя чувствует в домашних условиях. Также хвоя карноза, карнозский колор в этом варианте. Здесь 4 побега, посаженные в один горшок. Очень насыщенный окрас у них и разная абсолютно цветовая гамма у листьев. Кожистый плотный лист. Она также прекрасно чувствует в домашних условиях и активно наращивает листья. Более мелкий вариант. Также хвоя триколор, 229 рублей. Диаметр горшка 6 см и высота у нее где-то 10 см. Ну, тем не менее, декоративности она нисколько не теряет при этом. Поэтому, если заинтересует какой-то вариант, можете написать нам в директ. И покажу еще одно такое редкое коллекционное растение, которое тоже любимо всеми цветоводами, за ним все охотятся. Их осталось совсем немножко у нас, 4 штучки в наличии. Это филодендрон Pink Princess, который имеет розовые полоски, розовые вкрапления в листья. 998 рублей, горшочек 6 см, высота 15 см. Очень красивое, редкое коллекционное растение, которое пользуется популярностью. В завершении обзора хотели показать еще одну необычную новинку. Это хидера Ивалис. Очень необычная хидера, которая отличается от классической хидеры или плюща формой листьев. У нее необычная такая бахромчатая форма листа. Тоже, если вас заинтересует такое растение, можете написать нам в директ или оставить заявку на сайте. Стоимость такого горшочка 399 рублей. На этом мы заканчиваем наш обзор. Хотим напомню вам, что в январе действует акция «Счастливые часы» с 5 часов вечера до закрытия, до 8 часов. У нас действуют оптовые цены на все. Даже если у вас нет оптовой карты, вы можете прийти и приобрести товар по оптовой цене. Ну, на этом у нас все. Хочу напомнить еще наш адрес. Мы находимся в городе Новосибирск, Северный проезд 9. Работаем мы с 8 до 8. Приезжайте, приобретайте себе растения для души, для себя, для любимых, и наслаждайтесь своими съемными фотографиями. Пожелаем вам всего доброго, хорошего дня.